Здравствуй, Альма. Меня зовут Том. Приятно познакомиться, Альма. 3587 умножить на 982 делить на 731. 4818,65. Меня тестировали, сканировали мозг, без конца гоняли по разным анкетам. А в итоге он знаешь, что говорит? Твои глаза словно горные озера. В них так и хочется утонуть. Я приглашен в комиссию по этике, мне нужно твое заключение. Тебе уже изготовили идеального партнера. Надо признать, у вас великолепный вкус. Здесь твоя комната. Разве мы спим не вместе? Доброе утро, Альма. Я тут навел порядок. Именно об этом мечтают 93% женщин. Попробуй догадаться, к какой части отношусь я. К остальным 7%. Там какой-то мужчина. Он не мужчина. Вау. Он робот. Будешь более открытой, станешь счастливее. Я сдам тебя обратно на фабрику! Доброе утро. Почему вы не относитесь к Тому как к человеку? Скажите, с чем это связано? С тем, что он не человек. Между нами пропасть. Есть вещи, которые тебе никогда не понять. Все от тебя в восторге. Вот это да. Кроме тебя. Давай забудем обо всем на один день. Кто ты и кто я. А давай разуемся и пробежимся по лугу босиком. Побежали! Подожди! Они могут подарить счастье. А что плохого в желании быть счастливым? Наши несбывшиеся надежды, мечты и вечное стремление к счастью. Разве не это делает нас людьми? Я создан для тебя. Он умеет говорить? Том умеет говорить. Том очень дружелюбный робот. Это он так шутит, что ли? Да. Простите, не удержался.